Всем привет! А перед началом обзора я хочу порекомендовать канал «Кладоискательство в Англии». Я вчера у него смотрел интересный ролик, в котором он анонсировал, что каждому, кто подпишется на его канал и напишет в контактах ему свой адрес, то он пришлет ему подарок. Не знаю, правда это или неправда, но можно проверить только поучаствовав. Ссылочку на его канал я оставлю в описании. Также у меня этот ролик уже в сообществе я опубликовал в своем. Заходите, участвуйте. Итак, начнем. Перед вами монетка 1 евро 2005 года. Италия. Материал монеты. Биметалл. Центр медно-никелевый сплав. Кольцо латунь. Вес монеты 7,5 грамма. Диаметр 23,25 мм. Толщина монеты 2,33 мм. Гурт рифленый с гладкими участками. Тираж данной монеты очень маленький. Для регулярного чекана всего 4 943 900 штук. По данным Coins Moscow, стоимость ее составляет в качестве Uncirculated 800 рублей. По данным магазина Кремница 252 рубля. Но в магазине, скорее всего, качество, как у меня. Я думаю, у кого есть такая монетка, то рублей за 200 ее оценить точно можно. В связи с таким маленьким тиражом. Монета выпускалась на монетном дворе Рима. Изображена старая карта и изображение, рисунок Леонардо да Винчи, витруванский человек. Такая вот интересная монетка. Спасибо, друзья, за внимание. Кто не подписан на канал, не забудьте подписаться. Оцените ролик лайком или дизлайком, кому как понравилось. Ссылочка на канал «Кладоискательство в Англии» в описании под роликом. Также она находится в сообществе. Заходите, попробуйте. Может быть, вам повезет. Все, всем удачи, всем пока!